Уважаемые друзья, коллеги, добрый день, добрый вечер. Ну, собственно, заявлена тема обширная, стандартная, и, как всегда, попытаюсь охватить максимально широко проблему всей, как бы, респираторной поддержки у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Секунду. Вот, ну, прежде всего, давайте рассмотрим боковой амиотрофический склероз как одно из показаний к проведению неинвазивной вентиляции легких. Вот три таких столбика. Это на верхней части, вы видите, написано атрофия мышц вдоха, атрофия мышц выдоха, атрофия бульбарной мускулатуры. Вот. Для пульмонолога, ну, конечно, важны все мышцы, но для пульмонолога важны мышцы дыхательные. Да? Прежде всего, это мышцы вдоха и мышцы выдоха. К мышцам вдоха относится диафрагма, к мышцам выдоха относятся межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса. Вот. Ну, отдельно мы рассматриваем мускулатуру, которая нервируется бульбарным отделом, так как она косвенно тоже влияет на дыхание. Вот. Соответственно, что происходит у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом функционально? Что происходит? Мы видим снижение силы мышц вдоха и силы мышц выдоха, вот, которые мы можем померить с помощью показателя максимального инспираторного или экспираторного давления. Ну, функцию бульбарной мускулатуры сложно померить, но фактически по симптомам это нарушение глотания и микроэпизоды микроаспирации. Вот, в дальнейшем это приводит к снижению жизненной емкости легких. Вот, это по большей части связано с атрофией мышц вдоха и снижением пиковой скорости кашля. Атрофия мышц выдоха и снижение силы мышц выдоха в основном приводит к снижению пиковой скорости кашля, так как выдох нам на самом деле в меньшей степени необходим для дыхания, а по большей степени он необходим для форсированного выдоха, для кашля. Вот, параллельно здесь у нас протекает поражение бульбарного отдела и формируется уже нарушение механики кашля. Вот, здесь очень важна функция на самом деле. Суть в том, что гортань, управление гортанью, она, как бы ее роль в кашле такова, что ее функция – это в нужный момент закрыться, а в нужный момент быстро открыться. И вот эта функция открытия-закрытия гортани, она нарушается у пациентов с бульбарной формой БАС и приводит к нарушению также механики кашля. Дальше мы видим при снижении жизненной емкости легких до 50% нарушение переносимости физической нагрузки, может быть, одышка появляться. Вот, здесь у нас будет проявляться нарушением откашливания, застой мокроты. Далее, при снижении объема легких ниже 50% могут наблюдаться дыхательные расстройства во сне. Здесь уже появляется микроателектазы и воспаление вследствие нарушения отхождения мокроты. Здесь из-за нарушения глотания формируется истощение. Вот, и все это приводит к тому, что днем формируется хроническая дыхательная недостаточность, хроническая инфекция, инфекционное обострение. Ну и здесь тоже, собственно, мы приходим к хронической инфекции. Вот, то есть проблема есть, и наша задача – это вовремя распознать эту проблему вот не вот здесь, а вот здесь. Да? Вот где-то вот здесь. И принять меры вовремя и заранее. Вот, ну тоже я здесь нарисовал такой график развития симптомов и проблем, связанных с дыханием. То есть первое – это мышечная слабость, снижение показателей силы дыхательной мускулатуры, снижение показателей жизненной емкости легких, снижение пиковой скорости кашля. И вот где-то здесь, вот, ну, можно сказать, посередине болезни, могут появляться первые проблемы. На мой взгляд, первыми появляются симптомы застоя мокроты. Да, так как кашель – это процесс, во-первых, на который могут влиять и мышцы вдоха, и мышцы выдоха, и бульбарная мускулатура. Вот, то есть он встречается и как бы при бульбарной, и при шейно-грудной форме нарушения застоя, откашливания мокроты. И одышка в дальнейшем, она вот тоже может появиться при дальнейшем снижении показателей силы дыхательной мускулатуры. Потом ночная гиперкапния, потом дневная гиперкапния. Вот наша задача еще раз – это не действовать вот здесь, а действовать, вот, наверное, вот где-то здесь, на более ранних стадиях болезни.
Вот, боковой амиотрофический склероз, к сожалению, болезнь с неуклонным прогрессированием. Вот здесь какая-то некая такая медиана выведена среднего продолжительности болезни, которая чуть-чуть превышает, чем 2 года. Хотя есть вот такие более благоприятные формы болезни, когда длительность заболевания может быть, вот как здесь, допустим, 10 лет. Вот. Все это связано с различной степенью, прогрессирования поражений двигательных нейронов, с различной степенью гибели мотонейронов в зависимости от активности бокового амиотрофического склероза. Почему у одних по одному, у других по-другому? Это вопрос, конечно, вот к неврологам, к нейрофизиологам, к тем, кто непосредственно исследует болезнь и понимает, пытается разобраться в причинах, почему у одного пациента она течет быстро, у другого медленного, а у кого-то даже останавливается. Вот. С точки зрения вентиляции, к сожалению, вентиляция не решает все проблемы пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Вот. И в целом это недостаточно оптимистическое заболевание. Вот здесь графики выживаемости различных пациентов с различными нозологиями, по поводу которых назначалась неинвазивная вентиляция легких. И вот это отдельный график пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, где, к сожалению, пятилетняя выживаемость вот тоже где-то не превышает чуть-чуть больше, чем один год. Не пятилетняя, простите, 50-процентная выживаемость, а пятилетняя, к сожалению, меньше, чем 10%. Вот. Вот. Но, тем не менее, болезнь доказана лучше себя проявляет на фоне вентиляции. Вот такой наш старый достаточно график разницы в показателе выживаемости у пациентов на фоне неинвазивной вентиляции и без неинвазивной вентиляции. У пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, ну вот тут где-то разница, где-то здесь она, вот ее можно здесь посчитать, это около 100 дней, там 3 с чем-то месяца. Вот, что, в принципе, совпадает с опубликованными данными по всему миру. Вот, как нам прийти к выводу, что пациенту необходима вентиляция? Нам необходимо сделать следующее исследование. Это жизненная емкость легких, желательно в двух видах. Это жел и F-жел, форсированная и нефорсированная спирометрия. То есть резкий выдох и нерезкий выдох. И желательно один из маневров, обычно это жел, провести в положении лежа и сидя. Поэтому у нас будет лежа жел, сидя жел и F-жел сидя. Вот обычно три цифры. Это вот очень хорошо. Для чего лежа сидя? Потому что разница в положении лежа и сидя больше, чем 20%, указывает на слабость диафрагмы. Вот. В положении лежа обычно объем легких значительно уменьшается у пациентов со слабостью диафрагмы. Почему надо делать жел и F-жел? Потому что, как правило, один из маневров удается в меньшей степени пациенту. Извините. Следующий показатель – силы дыхательной мускулатуры, который не менее точно отображает прогрессирование заболевания. Кому-то его, кстати, легче измерить, кому-то тяжелее. Вот. Но, к огромному сожалению, он не так распространен, как измерение объема легких. Ночная пульсоксиметрия – это очень мощный и хороший инструмент для оценки наличие изменений дыхания во сне. Для пациентов, у которых есть подозрение на наличие апноэ, остановок дыхания во сне, кстати, апноэ, остановка дыхания во сне не связана с слабостью дыхательной мускулатуры. Это проблема, обычно сопутствующая, связанная с силой мышц, функцией мышц на уровне рота глотки. Вот. И, короче, у пациентов с подозрением на обструктивное апноэ, на остановке дыхания во сне, надо проводить более расширенные исследования. Там ночной пульсоксиметрии мало, это полиграфия или даже полисомнография. Капнометрия, которая вот, ну, к сожалению, хотя сейчас уже стала появляться достаточно в клиниках, которые могут себе позволить этот прибор. И КЧС или газы крови. Вот я знаю, что в Институте неврологии всем пациентам, помимо спирометрии, обязательно проводят КЧС-анализ. Значит, на ФВД мы увидим рестрикцию. Про разницу в лёже-сиде я вам рассказал. Хороший показатель силы дыхательной мускулатуры – это меньше, чем минус 80 на вдохе и больше, чем плюс 90.
Вот, еще очень важно измерять пиковую скорость кашля, про это немножко позже. Вот можно с помощью пикфлометра. Вот я знаю, что сейчас пациенты многие выдают пикфлометр. Я хочу пояснить, что как бы пикфлометр измеряет скорость выдоха, да, он не измеряет объем, поэтому для это не альтернатива спирометрии, это немножко другой способ для измерения, вот, в частности, пиковой скорости кашля. То есть по пикфлометрии нельзя судить о объеме легких, тем более у пациентов с боковым трофическим склерозом. Вот, и ночные какие-то исследования. Вот, поэтому, в общем, тем, кто организует работу какой-то службы, очень хорошо бы иметь следующий набор приборов. Спирометр, прибор для измерения силы дыхательной мускулатуры, ночной пульсоксиметр, капнометр, КЧС-анализатор. Вот, спирометр. Да, это спирометр плюс ночной пульсоксиметр. Наш любимый, очень удачная модель, которая сочетает в себе вот маленький-маленький спирометр, который вполне хорош для измерения силы, объема легких, и очень хороший, качественный ночной пульсоксиметр, который дает хорошую кривую ночной пульсоксиметрии. Вот так выглядит черезкожный капнометр. Вот так выглядит прибор для измерения силы дыхательной мускулатуры. Вот так выглядит КЧС-анализатор. Тоже такой маленький приборчик. В специальный картридж капается капля, там несколько капель крови, вставляется этот картридж в аппарат, и он анализирует и выдает, вот, вот здесь видно результат. Вот, на спирометрии мы видим рестрикцию. Рестрикция – это одновременное снижение объема легких, жизненной емкости легких, и ОФВ-1 пропорционально как бы друг другу. Вот, поэтому вот мы на графике можем увидеть просто уменьшение вот, графика, вот, в данном случае объем-время. Да? То есть просто он стал немножко поменьше. Вот, спирометрия – хороший показатель для отслеживания. Да, он воспроизводимый. И мы видим, что, к сожалению, у этого пациента с каждым годом измерения объем легких тает, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, по этим показателям мы можем предсказать время наступления серьезных проблем и необходимости проведения неинвазивной вентиляции. На этом графике видно, что есть прямая корреляционная зависимость между... сейчас я вам покажу. А, простите, да. Этот график показывает то, что сила мышц вдоха и мышц выдоха у пациентов с БАС ухудшается параллельно. Да? То есть, как правило, не бывает такой проблемы, хотя я видел иногда, вот видел такие пациенты, у которых там изолированно был нарушен вдох, а выдох не был нарушен, но, к сожалению, параллельно проблема вдоха и проблема выдоха у пациентов с БАС наступает. Причем я хочу еще раз напомнить, что выдох, мышцы выдоха пациентам и нам всем необходимы для кашля. То есть, грубо говоря, вывод такой, что по мере прогрессирования заболевания у пациента одновременно развиваются проблемы с дыханием и развиваются проблемы с кашлем. Это очень важный вывод, который говорит нам о том, что нельзя рассматривать отдельно нарушение дыхания и нарушение кашля. Их надо всегда рассматривать вместе и лечить вместе, да, то есть назначая прибор вентиляции, не забывать назначать откашливатель и наоборот. Вот, и, собственно, вот следующий график, вот это зависимость уже силы мышц выдоха, вот это верхний, да, график, ну, нижний – это измеренное внутрибрюшное давление, но, в принципе, оно совпадает с силой мышц выдоха. Корреляция между силой выдоха и пиковой скоростью кашля. Вот, ну, допустим, на этот график смотрите, чем больше, вот, допустим, 100-150 сантиметров водного столба, хорошие мышц выдоха, хорошая пиковая скорость кашля, порядка 600 что там, 750 литров в минуту. Вот. А по мере падения показателей силы дыхательной мускулатуры наблюдается падение пиковой скорости кашля. Еще раз, нельзя лечить пациента, проводить ему неинвазивную вентиляцию и не назначить ему откашливатель. Или наоборот, нельзя там заниматься нарушением кашля, дать откашливатель и забыть совершенно про необходимость неинвазивной вентиляции. Вот, ну, еще про корреляции. Здесь достаточно
Ну, достаточно интересная на самом деле вещь. Вот посмотрите, по горизонтали сила, простите, объем легких, измеренный в процентах жизнеемкости. То есть мы видим достаточно большую долю пациентов, вот эти пациенты с хорошими показателями объема легких. Да, ну вот давайте объем легких рассматривать, жизненность легких, вот на этом графике. Вот, чем левее мы смещаемся, тем меньше у пациентов объем легких, и тем чаще выстреливают пациенты с гиперкапнией, с нарушением газообмена, с дневной дыхательной недостаточностью. Обратите внимание, что таких пациентов немного. Обратите внимание, что вот эта цифра 50, о которой я вам говорил, что это является некой границей начала дыхательных проблем, вот если мы тут проведем такую линию, сейчас я даже, знаете, мы же можем с вами воспользоваться интерактивными возможностями и нарисовать вот, простите, не совсем прямую линию, да? Вот все, кто слева, это пациенты по определению с риском дыхательной недостаточности. Но обратите внимание, что проблемы с дыханием развились вот у небольшой группы пациентов, вот у этой только. Да? То есть жизненная емкость легких – это важно, но жизненная емкость легких не предсказывает гиперкапнию, и более того, ну, то есть предсказывает, но не точно. И более того, у нас есть еще вот пациенты, вот, пожалуй, вот еще пациенты, вот, с объемом легких от 50 до 75%, у которых тоже была гиперкапния, да, вот, их не меньше. Вот, поэтому жел – это важно, но как бы не он предсказывает гиперкапнию. Ну, вот может быть такой показатель, как МИП, максимальная инспираторная, да, ну, тоже в меньшей степени, хотя вот здесь уже, как вы видите, нету ни одного пациента с гиперкапнией, у которого бы МИП был больше, чем 50% от неких должных показателей, да, вот все, то есть, может быть, МИП даже, он лучший предиктор гиперкапнии, чем ЖЭЛ. Да? Но, тем не менее, запомним такую вещь, что да, 50% – это важная отправная точка, но не стоит зацикливаться на этой цифре. Есть и пациенты с дыхательными проблемами, с объемом легких и больше 50%. Вот, а вот то, что я вам обещал про апноэ. Значит, с апноэ связи нету между апноэ и объемом легких. То есть, обратите внимание, вот объем легких 100%. Да? Ну, хорошо, 80%. Вот есть пациент с объемом легких 80% и с индексом апноэ порядка 40. Это тяжелая степень апноэ. Есть еще с индексом апноэ 75. А вот, пожалуйста, пациент с объемом легких 30% и с небольшим индексом апноэ. Вот, то есть здесь нету такой какой-то предсказательности. Да? Вот, может быть, тут сила дыхательной мускулатуры немножко апноэ предсказывает. Но суть в чем, что апноэ, скорее всего, и объем легких не связаны друг с другом. И еще раз, как бы объем легких это производная силы дыхательной мускулатуры. А апноэ, оно не связано с силой именно диафрагмы, оно связано с функцией гортанных мышц. Вот, поэтому, естественно, никакой прямой связи между этими двумя показателями быть не может. Вот, при каких значениях ЖЭЛ развивается гиперкапния днем? Вот при таких значениях ЖЭЛ. При снижении объема легких ниже, чем 700 мл в абсолютных значениях, это очень маленький, в норме это где-то 3,5-4,5 литра, то есть при снижении там 4,5 раза выше, ниже нормы, чувствительность и специфичность такого показателя составляет 90-95%. Сила дыхательной мускулатуры меньше, чем 22 см, минус 22 см водного столба. Вот, индекс дыхательного объема к ЖЭЛ больше, чем треть, то есть дыхательный объем занимает больше, чем треть от жизненной емкости легких. Вот тоже 7,7 чувствительность, но хорошая специфичность 95%. Вот, поэтому обращайте внимание на падение ЖЭЛ. Обращайте внимание на пациентов с ЖЭЛ менее 1 литра. Это пациенты с риском дневной дыхательной недостаточности. Значит, круглосуточная зависимость от аппарата и потребностью может быть в установке трахеостомы. Вот, еще кое-что по поводу одышки при БАС. Здесь такая информация, то у пациентов с различными нарушениями газообмена, вот давайте я опять линию сейчас нарисую, вот так. Да? Вот здесь граница нормы углекислого газа. Да? Ну, давайте вот, ну, мы не видим здесь связи. То есть есть пациенты, ну, вот, допустим, средняя, так вот 4 проведем, да,
Вот, вот так, да. Есть пациенты с одышкой большой и с нормальными газами крови, есть пациенты с одышкой и с высокими газами крови. Одышка не является какой-то предсказующим фактором развития гиперкапнии. Вот аналогичная ситуация для одышки в положении лежа. Ну, вот здесь немножко больше, но все равно, да, все равно, вот видите, да, кто-то даже до меня нарисовал такой крестик, все равно есть пациенты, да, с нормальными газами крови и с одышкой, ну, и есть пациенты с запредельной одышкой, ну, вот, может быть, вот... Я бы не стал делать вывод. Я лично считаю, что между газами крови и одышкой связи нету. Связи нету. Да? Хотя вот здесь есть такая информация, что вот в среднем там, на 1 балл у пациентов с гиперкапнией была больше одышка. Да, вот особенно в положении лежа. Но я бы вот сильно не стал надеяться на одышку, как на предиктор гиперкапнии. Вот, по поводу распространенности дыхательной недостаточности есть очень хорошее исследование. У пациентов с средним ЖЭЛ в 60%, 38% пациентов у них была дневная гиперкапния, и еще 28% ночная гиперкапния, в сумме 66%. Вот помните, я говорил, 50% не является некой вот этой священной коровой, после которого у всех должна начинаться дыхательная недостаточность. Вот, пожалуйста, в среднем ЖЭЛ 60 плюс-минус в обе стороны 20 с лишним процентов, вот, и у двух третей из этого количества наблюдается либо ночная, либо дневная гиперкапния. Вот. Вообще это исследование исследовало распространенность, ну, называется, ночная гиповентиляция у нейромышечных пациентов, распространенность согласно различным определениям, полученным из литературы. Вот. Здесь были использованы 8 различных определений гиповентиляции или дыхательной недостаточности во сне. Это дневная гиперкапния, дневной избыток оснований, ночная гипоксимия по ночной пульсоксиметрии, снижение средней сатурации ниже 90 и 4 показателя, которые измеряются по черезкожной капнометрии, то есть ночная гиперкапния. Допустим, повышение углекислого газа более 55 на 10 минут подряд ночью. Вот. И вот распространенность в зависимости от разных определений варьировала от 61 до 10%, где 61 – это пиковый показатель углекислого газа более 49 мм ртутного столба ночью. Вот, ну, в общем, в целом здесь нам не так важно, какое определение правильное, сколько важно, что проблема есть, она встречается у пациентов с достаточно небольшими изменениями жизненной емкости легких. Вот, собственно, вот что дает ночная пульсоксиметрия? Вот она дает вот такой график, и вот этот очень глубокий провал – это и есть гиповентиляция. По-другому можно сказать так – снижение сатурации ниже 88% в течение 10 минут подряд и более. В норме сатурация, вот следите за указкой, должна выйти вот ровненько вот такой вот кривой, прямой. Она снижается вместо этого вниз – это гиповентиляция. Вот, еще можно использовать транскутанную капнометрию. Она называется как опера Тоска. Вот. И измерять уровень углекислого газа, потому что непосредственно углекислый газ накапливается у пациентов с гиповентиляцией. Так выглядит ночная тоже исследование пульсоксиметрия. Это, кстати, пациентка с БАС, одна из первых пациенток, которую я увидел в своей жизни. Дата, интересно, стоит. Дата не стоит. Вот. А, 2011 год. 2011 год, уже страшно подумать, 12 лет назад. Правильно? 12 лет назад. Вот, и это график этой же пациентки, но уже на фоне вентиляции. Вот здесь я как раз взял капнометрию, у нас была возможность попробовать, это мой первый опыт был. Я его сохранил, вот такой график был нарисован. Углекислый газ порядка 50, снижается. Тут он что-то вырос, обратите внимание, тут же упала сатурация. И снова снижается. Это на фоне вентиляции потихонечку, скорее всего, пациент начинает выдыхать лишний углекислый газ. Это все, видите, произошло, кстати, всего за 4 часа снизился углекислый газ с 50 до 40. Ну, в принципе, до нормальных значений. Вот. Есть обязательный момент, это наличие симптомов гиповентиляции, которые важны
в скрининге дыхательной недостаточности и, чуть попозже забегая, в назначении неинвазивной вентиляции. Это повышенная дневная сонливость. Для этого, для оценки, очень рекомендую использовать шкала сонливости Эпфорта. Кто занимается сомнологией, хорошо знает эту шкалу. Это опросник на ситуации, в которых пациент должен сказать, насколько вероятно, что он сейчас уснет. Утренняя головная боль, разбитость, неполноценный сон, частые ночные пробуждения и другие симптомы, например, отсутствие сновидений, ночные кошмары, позывы сходить в туалет по-маленькому. Вот, все это может указывать на нарушение дыхания во сне, и наличие этих симптомов очень-очень вероятно указывает на какие-то дыхательные проблемы. Вот, неинвазивная вентиляция легких и дыхательная недостаточность. Вот, ну, во-первых, мы не говорим про гипоксемические варианты дыхательной недостаточности. Нас интересует гиперкапническая, острая, хроническая, так называемая вентиляционная дыхательная недостаточность. Потому что, собственно, неинвазивная вентиляция, она чем хороша? Что она компенсирует гиповентиляцию, то есть недостаточную вентиляцию компенсирует наша как бы избыточная вентиляция, и вот все в результате уравнивается. Неинвазивная вентиляция легких. Для проведения мы используем специальные маски, да, и контур, который подключается к аппарату неинвазивной вентиляции легких. Нейромышечные заболевания – это одно из показаний для проведения неинвазивной вентиляции легких. Одно из старых показаний, одно из даже, я бы сказал, первых. То есть первым, у кого решили пробовать неинвазивную вентиляцию, у пациентов с хронической вентиляционной дыхательной недостаточностью на фоне нейромышечных заболеваний. Вот, поэтому область исследования, переисследования вдоль и поперек, хотя, конечно, по боковому амиотрофическому склерозу не хватает всегда публикаций, не хватает опыта. Вот. Ну и последнее время, знаете, вот каких-то таких грандиозных исследований. Исследования проводить тяжело. Поэтому, конечно, хочется все равно больше всяких интересных научных данных. Таким образом выглядят пациенты. На них надеты маски, различные маски. Можно использовать мундштук. Вот. Ну и, соответственно, они дышат, ну, все происходит днем, вот, как вы видите, по освещению, но вообще неинвазивная вентиляция легких чаще всего используется ночью. Вот, значит, у пациента с БАС может быть острая и хроническая дыхательная недостаточность. Острая дыхательная недостаточность – это всегда какое-то резкое событие. Это ОРВИ. Любая простуда может привести к развитию дыхательной недостаточности. Это пневмония, как осложнение ОРВИ или как самостоятельное заболевание. Это ателектазы из-за нарушения отхождения мокроты, почему важен откашливатель. Ну и какие-то там другие редкие причины, о которых мы... инфаркт миокарда с отеком легких, допустим. Хроническая дыхательная недостаточность – это постепенное прогрессирование от эпизодических, простите за тавтологию, эпизодов десатурации до круглосуточной гипоксемии и гиперкапнии. Значит, когда мы назначаем неинвазивную вентиляцию, наша цель – это компенсировать дыхательную недостаточность, тем самым добиться улучшения прогноза, снизить выраженность симптомов, в частности, снижение выраженности одышки, добиться лучшей переносимости физических нагрузок, обеспечить пациенту свободу, социальную свободу – это очень важно. То есть мы должны как можно дольше позволить пациенту сохранить существующее качество жизни. В частности, пациенты должны жить вне больницы и вне реанимации. Ну и предотвратить ненужную госпитализацию, ненужную интубацию. Это тоже важно. Во время обострения мы можем не ложиться, не госпитализировать пациента и тем самым предотвратить его интубацию, предотвратить всякие внутрибольничные проблемы и осложнения. Острая дыхательная недостаточность. Показания. Респираторный ацидоз с гиперкапнией более 45, гипоксемия, одышка в покое, тахипноя более 25. Вы знаете, кто-то говорит, что для нейромышечных правильно использовать 35, потому что для них и так характерна тахипноя.
Вот. Ну, в классическом определении говорится про 25 дыханий в минуту и наличие парадоксального дыхания, так называемого абдоминального парадокса. Это когда движения груди и живота не совпадают друг с другом на вдохе и на выдохе. Еще одна группа опубликовала показания к неинвазивной вентиляции. Здесь говорится так. Тахипноя более 20 у пациентов с жизненной емкостью легких менее 1 литра. Или гиперкапния, но здесь немножко другие цифры. ПЦО2 более 48. Хроническая дыхательная недостаточность. Вот есть показания, которым, страшно подумать, 24 года уже. Четверть века назад была придумана такая публикация в журнале Chest. И для нейромышечных заболеваний были выделены следующие показания. Углекислота более 45, снижение сатурации ниже 88% на 5 минут подряд и более, снижение жизненной емкости легких ниже 50% или сила дыхательной мускулатуры ниже 60 сантиметров водного столба. Вариант. Более свежие рекомендации 2017-2018 года. Показания к неинвазивной вентиляции, хроническая дыхательная недостаточность. Гиперкапния более 45, более или равно 45 и днем, и ночью. То есть любая степень гиперкапнии более или равно 45. Разница между дневными и ночными показателями в 10 мм ртутного столба и больше. Повышение углекислого газа на 30 минут более чем на 50 мм. И вот мне очень нравится, я люблю этим пользоваться, снижение F-жел за 10%, на 10% за 3 месяца. Это значит, не с 80 до 70%, а в абсолютных значениях. Допустим, было 5 литров, стало 4. Насколько стало меньше? Стало меньше на 1 литр. 1 литр от 5 – это 20%. Значит, снижение F-жел произошло на 20%. Это больше, чем 10%. Соответственно, этот пациент быстро прогрессирует, мы ему должны дать неинвазивную вентиляцию. Не потому, что он сейчас начнет задыхаться, а потому что, скорее всего, еще через 3 месяца мы можем увидеть, что у пациента жел там, 1,5 литра, литр. И, может быть, он не успеет дойти до клиники. Лучше дать ему аппарат сейчас, чем через 3 месяца не дать, потому что он уже ухудшится сильно. Вот, и британские рекомендации, тоже их очень люблю. Показания к вентиляции, гиперкапния, все понятно. Симптомы гиповентиляции. Вот те самые симптомы, о которых я говорил, что они нам еще потребуются. Вот они вот нам требуются при назначении инвазивной вентиляции. F-жел ниже 50, про это мы уже слышали, или F-жел ниже 80 плюс симптомы. То есть у пациента с F-жел в 79%, на 1% ниже нормы, плюс одышка, слабость, утомляемость, утренние головные боли – это показания к вентиляции. Вот, ну и то же самое для показателей сил дыхательной мускулатуры. Если этого мало, то можно вот для себя просто заполнить такую формулу. Хорошие показатели жел, нету никаких симптомов, скорее всего, все в порядке. Низкие показатели жел, выраженные симптомы – скорее всего, нужна вентиляция. И две ситуации, когда требуется дополнительное обследование. Нормальный жел, но выраженные симптомы и одышка. И низкий жел, но нету симптомов. Ну, вот такие две непонятные ситуации. Здесь мы можем проводить ночную пульсоксиметрию, допустим. Можно тоже пользоваться такими как бы, системами. Откашливатель. Вот я говорил, что без откашливателя не получится у нас лечить больного. Значит, у нас есть... собственно, активное откашливание, откашливатель, или ручные методики, мешок амбу, компрессии грудной клетки. Сразу скажу, что по эффективности механические приборы, откашливатели, они эффективнее, чем ручные методики компрессии грудной клетки. Предлагаю пользоваться таким алгоритмом. Если пиковая скорость кашля более чем 270, и у пациента нет симптомов застоя мокроты, пока можно, извините, без откашливателя. Если ниже, чем 180, обязательно откашливатель. Если промежуточные значения, смотреть на симптомы, может быть, попробовать ручные симптомы, ручные методики, мешок амбу, там вот так называемый air stacking, забивание в легких воздуха. В чем причина нарушения отхождения мокрот?
снижение силы мышц вдоха, снижение силы мышц выдоха, низкая жизненная емкость легких, низкий кашлевой поток, тире, низкая эффективность кашля. Ну, про это мы поговорили в самом начале. Плюс, о чем я говорил, нарушение функции гортани. Вот здесь схематически, я уж не буду озвучивать, показана функция гортани. Да, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. В общем, гортань должна закрыться в конце вдоха, и на высоте выдоха гортань должна открыться, чтобы произошел кашель. Вот этот как бы резкий перепад давления обеспечивает кашель. Вот, у пациентов с БАС, вот тут все плохо, видите, да? У пациентов с БАС, вот это как раз исследование на пациентов с боковым амиотрофическим склерозом, видите, МНД, болезнь мотонейрона, ну, во-первых, снижена пиковая скорость кашля, что понятно, да? И снижены два показателя, expiratory phase rise time, то есть время, за которое во время выдоха нарастает поток или давление, наверное, поток выдоха. Вот. И у пациентов без БАС он составляет 50 миллисекунд, а у пациентов с БАС 150 миллисекунд, в 3 раза больше. Это в среднем. Да? Вот. И, как правило, вот, этих, ну, вот, этой, вот, этой, вот этого небольшого времени не хватает, ну, то есть нету резкого кашля. И второе, нету вот это ВА, это ускорение, как бы покидание объема, ну, то есть в виде не скорости, а в виде ускорения. То есть ускорение очень низкое, и нарастание, значит, как бы потока выдоха тоже очень низкое. Нету вот этого резкости. Это все благодаря гортани происходит, и отсутствие функции гортани вот как раз приводит к таким проблемам у пациентов с БАС. Вот. Ну, вот, кстати, вот он, peak acceleration, вот он показан, да, вот, собственно, вот он нормальный, да. Вот, я думаю, что у пациентов с БАС он такой более был бы равнобедренный треугольник. Это пиковая скорость кашля вот в графическом виде. Вот. Ну, собственно, для работы нам нужен откашливатель. Прибор для удаления мокроты, механический инсуфлятор, эксуфлятор. Вот. Любой фирмы, которая сейчас доступна на рынке, откашливатель должен быть использован обязательно вместе с аппаратом неинвазивной вентиляции. Ошибки. О них очень важно сказать. Значит, ошибка первая и самая страшная, и самая частая – это назначение кислорода без вентиляционной поддержки. Все эту ошибку совершают, я ее тоже совершал со своими первыми двумя пациентами с БАС. Хорошо, что я понял, что есть проблема. Кислород без респираторной поддержки очень быстро приводит к накоплению значительного количества углекислого газа, что приводит к развитию гиперкапнии. Нам это не надо. Вот, с вентиляционной поддержкой без проблем. Любые фракции кислорода, любое количество кислорода вполне доступно для использования. Да? Без респираторной поддержки вообще не надо. Муколитики без откашливателя. То же самое. Да? То есть любой человек совершенно спокойно может принять сироп, содержащий, там, допустим, бромгексин или лозалван, а у пациента с БАС мокроты станет так много, а откашлять он ее совсем не сможет, и произойдет выраженный застой мокроты, что приведет к усугублению застоя мокроты и к усугублению дыхательной недостаточности. Игнорирование респираторной поддержки при наличии показаний к вентиляции. То есть у нас есть пациент, у него есть показания, о которых мы говорили, а мы по какой-то причине ему не даем аппарат. Ну, вот единственная причина, которая может быть, это нежелание пациента использовать аппарат неинвазивной вентиляции. Я про это даже сейчас на это не буду акцентироваться. Но мы всегда говорим о том, что любые вмешательства, продляющие жизнь при хронических неизлечимых заболеваниях, требует, ну, как минимум, какого-то взвешенного решения, обсуждения между врачом и пациентом, потому что это, да, продление жизни, но, с другой стороны, продление определенных страданий. Вот поэтому единственный вариант, когда мы не назначаем вентиляцию, это если пациент не желает использовать вентиляцию для продления своей жизни. Вот, и интубация ИВЛ без попытки неинвазивной вентиляции. Опять же, если пациента переводят на ИВЛ без попытки неинвазивной вентиляции, это абсолютно неправильно, потому что неинвазивная вентиляция очень эффективна у нейромышечных пациентов с очень большим процентом
по-моему, 80 или там, даже больше, 90. То есть почти все пациенты успешно отвечают на вентиляцию, стабилизируются на ней и не требуют интубации. Да, просто надо обязательно попробовать неинвазивную вентиляцию. Для этого нужен хороший аппарат, хорошая маска. Вот, как раз вот про параметры вентиляции. Значит, у нас есть три блока. Режим, давление и параметры, определяющие вдох. Режим может быть вспомогательный или принудительный. Давление может быть на вдохе и на выдохе. И параметры, определяющие вдох, это частота принудительных вдохов, отношение вдох к выдоху или время вдоха, либо-либо, чаще, кстати, второе. Чувствительность триггера вдоха-выдоха, прошу прощения, и время набора давления в миллисекундах. Вот. Последний показатель – это показатель комфорта. С увеличением этого времени пациенту более комфортно дышать. Триггеры – это алгоритм распознавания вдоха и выдоха. Я вам его покажу, как он работает. Вот. Ну, сейчас все на примерах мы попытаемся понять. Режимы вентиляции. Значит, есть режим S, есть режим T, режим вспомогательный, режим принудительный. И есть режим ST, принудительно вспомогательный. Как работает? Значит, режим S. Вот здесь мы видим перепад давления и начало вдоха пациента. Вот стрелочкой показана работа инспираторного триггера. Значит, здесь аппарат дает вдох тогда, когда пациент вдохнет сам. Аппарат через алгоритм инспираторного триггера распознает вдох пациента и подхватывает его начало как бы и дает свой вдох. Получается как бы синхронизация. А как аппарат понимает, что пора начать выдох? Тем более выдох – это процесс, в отличие от вдоха, пассивный. Да? То есть пациент никак не будет сигнализировать о том, что он перестал вдыхать и хочет начать выдыхать. Значит, как это работает? Вот здесь аппарат измеряет максимальный инспираторный поток. То есть вот сколько литров в минуту как бы пациент втянул в себя воздух, с каким потоком. Дальше он отсчитывает, ну, в данном случае 25% вот этого показателя, и по достижению потока в 25% переключается со вдоха на выдох. Вот мы можем этот процент менять, это называется экспираторный триггер. Мы можем сделать вдох покороче, мы можем сделать вдох подлиннее, в зависимости от потребности пациента. Вот, это сложно, хотя это наиболее часто используемый алгоритм синхронизации через инспираторный и экспираторный триггер. Реже мы пользуемся принудительной вентиляцией, которая, кстати, очень хорошо отвечает пациенту с БАС. Мы задаем принудительную частоту дыхания, извините, и принудительную длину вдоха. Вот, и то, и другое достаточно просто и логически понятно. Допустим, 16 вдохов с длиной вдоха 1,5 секунды. Как работает режим СТ? Режим СТ работает следующим образом. Если частота дыхания пациента, спонтанная частота дыхания пациента, меньше или равно, чем заданное количество принудительных вдохов F малое, то работает режим принудительной вентиляции. Если частота дыхания пациента больше, чем заданная принудительная частота, то включается режим вспомогательной вентиляции. То есть, если пациент хочет подышать почаще, чем мы задали, то аппарат ему даст подышать почаще и будет подстраиваться под его дыхание. Если пациент расслабится и будет дышать редко, то аппарат будет сам давать ему воздух. Так работает режим СТ. Принцип вентиляции гораздо проще, чем принципы, определяющие, что такое режим S, что такое режим T. Чем больше разница между вдохом и выдохом, тем больше IPAP, разница между IPAP и EPAP, мы говорим PS, Pressure Support, разница между вдохом и выдохом, тем, собственно, более эффективная будет вентиляция. Извините. Тут все очень просто. А потребность вентиляции. Значит, каждому пациенту требуется определенное количество воздуха, чтобы восполнить физиологические потребности. У нас есть дыхательный объем, то есть то, что пациент вдыхает за один вдох, это 8-10 мл на килограмм массы тела, и минутный объем или минутная вентиляция, 100 мл на килограмм массы тела в минуту. То есть пациент с весом в 70 кг должен вдыхать от где-то от 480 до 700 мл воздуха за раз, и где-то это должен в минуту получить 7 литров в минуту воздуха. Соответственно, можно выстраивать параметры, ориентируясь на эти два показателя, чтобы они достигли некой физиологической нормы.
Вот, но надо помнить, что дыхательный объем определяется не только разницей между давлением на вдохе и выдохе, но также длиной вдоха. Вот поэтому важно подобрать правильную длину вдоха, а также жесткостью грудной клетки и легких, в частности, у пациентов со сколиозом, с ожирением, жесткость увеличивается, и раздуть такие легкие сложнее, поэтому дыхательный объем у них будет меньше. Сопротивление дыхательных путей у пациентов с бронхитом, дыхательный объем будет меньше. И сила вдоха пациента. Если пациент из последних сил вдыхает необходимые ему 700 мл воздуха и больше не может, и вот на пределе, то мы дадим ему аппарат с настройками такими, что поддержки практически не будет, он и так и будет продолжать своими 700 мл воздуха. Ему же необходимо дышать. И дыхательный объем у него будет нормальный. Да? Поэтому как бы на дыхательный объем надо ориентироваться, но не стоит забывать, что мы должны увидеть, что пациент расслабился и не прикладывает какие-то запредельные усилия для поддержания дыхания. Вот что я хотел сказать. Минутная вентиляция – это произведение дыхательного объема на частоту дыхательных движений. Вот, соответственно, у пациентов важно достичь нормального дыхательного объема и важно обеспечить нужную частоту дыхательных движений. Ну, допустим, если дыхательный объем у нас 700 мл, то при частоте дыхания 10 в минуту мы получим необходимый нам 7 литров в минуту. Да, все. Вот, соответственно, меньше дыхательный объем, больше частота дыхания, больше дыхательный объем, меньше частота дыхания. Какое давление? Слава богу, давление для вентиляции нейромышечного пациента не требуется большое. 14/4, 16/4, 18/4, ну, не требуется большого давления, да, вот, за исключением наличия каких-то сопутствующих заболеваний, типа хобол, ожирение, кифосколиоз, где требуются большие давления. У нас самая простая ситуация, нам очень-очень легко настроить аппарат неинвазивной вентиляции. Почему вот с давлением на вдох вы поняли, а на выдохе почему минимальное давление? Потому что у пациентов, как правило, нет ожирения, нет обструктивного апноэ, с исключением сопутствующих ситуаций, о которых я говорил. Нет коллапса альвеол и бронхов, опять же, за исключением пациентов, которые всю жизнь курили, у которых развился хобл. И в целом здоровая легочная ткань, опять же, за исключением пациентов, у которых больная легочная ткань. То есть, если перед нами пациент не курящий, без ожирения, не храпящий, без апноэ, с здоровой легочной тканью, без воспаления, то ЕПАП-4 вполне нормально для неинвазивной вентиляции. Кому же увеличивать ЕПАП? ЕПАП надо увеличивать пациентам с подтвержденным обструктивным апноэ или ожирением, или при сочетании БАС с другими обструктивными заболеваниями легких или эмфиземой. Тут просто для легочной физиологии необходимо наличие более высокого давления на вдохе. По поводу режима СТ, вот здесь можно кое-что еще придумать. Посмотрите, вот при ЧДД-35 можно задать разные показатели принудительной частоты дыхания. И вот если мы поставим 30 при ЧДД-35, то ну, мы не дадим пациенту сильно уйти в нормальную частоту дыхания. Он будем его поддерживать, его тахипноя. Может быть, у него такая ситуация клиническая, что ему необходимо тахипноя. Да? А вот при F20 мы дадем пациенту уменьшить частоту дыхания, увеличив, допустим, длину вдоха, что, в общем, поможет более качественно вдыхать. Вот, поэтому разная частота дыхания очень важна при настройках аппарата неинвазивной вентиляции. По поводу длины вдоха, соотношения длины вдоха к длине выдоха, в принципе, 1:2. 1:2, если у нас есть обструктивные заболевания или эмфизема, 1:3. Если у нас есть сколиоз, ожирение, 1:1, 1:1. 1:2 вполне хорошее физиологическое соотношение, вот, которому можно следовать. Вот, ну, соответственно, настройки. Острая дыхательная недостаточность. 10-15 сантиметров на вдохе, лучше 15. 4-6 сантиметра на выдохе. Частота дыхания 12-16 в минуту. Или на 4-5 меньше, чем частота дыхания пациента, можно так сделать. Длина вдоха от 0,5 до 1,7 в зависимости от частоты дыхания. Да, если у него тахипноя, коротенькая длина вдоха. Если брадипноя, нормапноя, по частоте дыхания длинная длина вдоха.
Триггер более чувствительный, экспираторный триггер средний. Кислород, да, нужен в контур, опять же, никакого дополнительного кислорода без него, в контур или в маску для коррекции гипоксемии, связанной с пневмонией. То есть кислород без пневмонии необходимости использовать нет. Значит, только если есть какая-то гипоксемическая причина для дыхательной недостаточности. В острую ситуацию длительность может быть сразу 24 часа в сутки. Как понять? Сейчас прошу прощения. Вот, соответственно, обеспечить кормление, откашливание, туалет верхних дыхательных путей. Алгоритм подбора параметров. Значит, как понять, что пациенту лучше? Значит, собственно, комфорт. Пациенту лучше с аппаратом, чем без. Эффективность дыхания прежде всего должно быть синхронизировано. Ну, хорошая длина вдоха, уменьшение частоты дыхания, увеличение роста сатурации, снижение уровня углекислого газа, хороший дыхательный объем. Вот. И углекислый газ снижается, добавить кислород, если сохраняется гипоксемия. Хроническая дыхательная недостаточность. Здесь мы можем попробовать режим Т. Здесь мы можем увеличить инспираторное давление, если надо, 20-25, давление на выдохе 4-6, частота дыхания 12-16 или равно желаемой частоте дыхания пациента, длина вдоха 1-2 секунды, можно большой вдох поставить, если такая есть необходимость, триггер вдоха ближе к среднему, триггер выдоха, обеспечивающий более длинный вдох. Кислород, как правило, не нужен. Значит, как понять, что стало лучше? Пациент воспринимает вентиляцию, улучшаются показатели как во время вентиляции, так и вне вентиляции. Прошла слабость, одышка, сонливость, головная боль. Снижается ЧДД, ЧСС, нормализуется сатурация ПЧС, и эти показатели сохраняются хорошими вне вентиляции. Вот это очень важно. Значит, ну, кроме этого, улучшается ночная пульсоксиметрия, исчезает гиперкапния и исчезают эпизоды апноэ. То есть, который мы эти показатели можем измерить по ночной пульсоксиметрии или через кожной капнометрии. Вот. Ну, по поводу вентиляции и вообще в целом, вот самое главное, что у нас есть много разных способов для оценки состояния и показаний к вентиляции. Да? То есть у нас есть и спирометрия, сил дыхательной мускулатуры, симптомы важно оценивать, сонливость важно оценивать, измерять жел, измерять сил дыхательной мускулатуры, проводить ночную пульсоксиметрию, может быть, капнометрию. Вот чем больше инструментов у нас будет, тем лучше. Вот. И существует несколько рекомендаций, несколько подходов к назначению аппарата неинвазивной вентиляции легких, в том числе на острую и на хроническую дыхательную недостаточность. Вот. Ну и которая, соответственно, может потом перейти одна в другую. Все, спасибо большое. Я надеюсь, что я сильно вас не задержал. Василий Андреевич, может, спасибо большое. Да, может быть, вопросы у нас есть, коллеги. Я помогу принести микрофон. Поднимайте руку, пожалуйста. Так, в зале вопросов нет. В чате в нашем тоже вопросов нет. Видите, как вы все четко, понятно разложили. Инструкции все дали. Спасибо вам большое. Мы ровно в тайминге. Еще раз тогда скажу, что кислород без НИВЛ давать нельзя. Активно назначайте неинвазивную вентиляцию. Говорите про это с пациентами. Не забывайте про откашливатель. НИВЛ без откашливателя, откашливатель без НИВЛа. Ну вот, как я не знаю. Автомобилю нужно и бензин, и масло. Вот без масла двигатель проработает, но недолго. Да? Масло залили в автомобиль, бензина нет, машина не поедет. Бензин и масло, и тогда машина работает. Вот такая идея. Если начали применять откашливатель с аспиратором, значит, надо параллельно сразу подключать НИВЛ. Правильно я понимаю? Ну, в принципе, да, вот, я немножко взял на себя такую смелость, да, хотя я сам говорил, может быть, помнили, что хронологически нарушение кашля немножко раньше. Но, скажем так, что
скорее всего, уже может потребоваться НИБЛ. Mm. И пора его как-то сейчас вот поставить себе вот следующую цель. Уже это можно искать НИБЛ, получать его от государства, фонд в этом хорошо помогает, чтобы он тоже был, потому что он, если еще не требуется, то очень скоро может потребоваться. И лучше все-таки НИВЛ, ну, сенсорный, чувствительный, да? Правильно я понимаю? Сенсорный, чувствительный. Ну, чувствительный на вдох, просто есть они более высокочувствительные, более дорогие, которые менее... Смотрите, я вам так скажу, что самое главное не китайский. Есть серия китайских приборов, их сразу хорошо видно, они стоят в два раза, иногда даже в три раза дешевле, чем аналоги. Ну, то есть 80-120 тысяч не принимать к рассмотрению, да? Ну нет, 120 это такая, в общем, уже начальная цена. Но вот если аппарат стоит там 30 тысяч, 60 тысяч, да, ага, при... Понятно. Конкурентах 150-200, да, то это не значит, что это лучший вариант, к сожалению. Понятно. И начинать с каких-то минимальных доз? Или это уже... Нет, сразу надо настраиваться на ночную вентиляцию. Вот, потому что обычно те пациенты, которые там днем часочек, они не выходят на ночную вентиляцию и так и не пользуются этим аппаратом. Если уж принято решение пользоваться аппаратом, то надо сразу себя готовить к ночной вентиляции. А бульбарная форма? Лучше всего попробовать где-то подышать. Успешность вентиляции при бульбарной форме значительно ниже, но не равна нулю. Не равна нулю, да? То есть... Есть пациенты с бульбарной формой, которые успешно пользуются аппаратом неинвазивной вентиляции. Но лучше попробовать, чтобы просто не потратить вот огромные деньги и оказаться, что аппарата не... То есть, ну, самое правильное – это получить аппарат от государства, у которого есть деньги на аппараты, и эти аппараты есть, и, в общем, они в каждом регионе быть должны. Вот, ну, как должна работать служба? Выдали аппарат, попробовали, работает, там, не работает, не получилось. Не получилось? Всегда можно вернуть, есть и другие способы, наверное, о которых говорили или еще будут говорить на конференции, паллиативная помощь в том числе, вот, для контроля симптомов. То есть, в принципе, при бульбарной форме желательно попробовать заранее. То есть, если еще нету прям прямых показаний, то уже можно там... И опять-таки 10-15 минут, я понимаю, это не показатель, это какой-то длительный... Это абсолютно... Нет, это попробовать можно вообще, просто переносимость, да? Да. Но самое главное, вот что надо сказать, что бульбарная форма – это не противопоказание к вентиляции. Потому что вообще, по сути, нету пациента с БАС, у которого не было бы тех или иных бульбарных проявлений болезни. Угу. К сожалению, да? То есть шейно-грудная, пояснично-крестцовая форма, она все равно рано или поздно будет сопровождаться и вот этими бульбарными проявлениями. Спасибо. Что ж мы, получается, всех должны оставить без вентиляции из-за бульбарной формы. Вот. Благодарю.